Фу, блядь. Прям в рот. Все, братан, во рту будут. А, да на роже будут. И во рту тоже будут, братан. Это, конечно, жесть. Я первый фу, раз... фу, вонище, пипец. Вонище? Mm-hmm. Понюхай этот мят, ведь запахнет. Да. Так, ну все, вот мы прибыли на место. Здесь где-то стоит так называемая проставуха. Просто, не проставуха, а поставуха. Поставуха. И она не стоит, она просто валяется. А, то есть вот так. Раиль, я все хотел культурно. Проставуха стоит. Не проставуха, а поставуха и валяется. Ищите, короче, глазами желтую ленточку. Желтая ленточка? Смотрим. Ну, пакет желтый. А, две должны быть. Два спереди, видишь? А вот... Где? Вот, парень, нам уже. О, во, во. Ребят, вот такую тему, если видите... Это значит Раиль. Раиль два пакета привязал. Так, вот леска. Видишь, какой у нас? Леска. Вот, я вижу леску. О, нифига, тут все запутано. Кстати, мы одного сомика расставляли живого здесь. Зачем? Ну, он маленький, мы не стали. Пусть растет. А не порвет, как леска, сом? Не, не мы здорово будем ловить. Ну да, мы. Вы давайте, либо... Ну, помогать, помогай, Миш, ставь. А куда я что поставлю? Ну, поставь вот сюда. Давай. Ничего не будет. Поставь сюда, поставь. Да сейчас и брохнут. Миш, вот здесь ничего не будет. Ну, практически. Давай, Раиль, что делать? Не ставь вон там лягушку. Миш, главное, чтобы я не упал. Так. Уже. Где там наши подружки? Лягушки, блядь. Раиль сказал, надо вставать. Надо. Ух, ёпта, вот это хоть. Ты держись за камыш одной рукой. Стой, пока не вставай, тут запутался. Да, распутался. Я лягушку сажу. Что ты, смотри, надо все делать быстро, оперативно. А то он там едут уже, блядь. Да. Сейчас всех нахуй штанов. Держись за камыш, сказал. Подтягивайся сюда. Сейчас распутится в течение. Как ты не можешь. Я останемся без самого. Да, держусь, держусь. Я теперь хочу поближе подойти, чтобы крючок. Бать, Раиль, ты что, какая-то беда происходит. Миш, давай без мата. Ну, если тут серьезно, вообще, все беда. О, вон она как. Вот такая тема. Треугольная просто грузила, да? Да, и такой крючок. Ха, прикольно. А как лягушку насаживаешь? Просто как хочешь? Нет, не как хочешь. Специально есть для этого прием. За правое яйцо. За правое яйцо, да. Ну, что тебе здесь надо? Что он забудет? Что? А он сюда едет? Да, давай сцена. Прикрой его так. Так, берем лягушку, снимаешь? Да, да. У тебя получается распутать? Нет. Надо самую наглую, да, Рай? Да, надо самую наглую. А лучше самую крутую? Которую выпрыгивает всех больше. Так. Фу, мерзость какая ужас. Смотри, за одну ляжку цепляешь. Ляжку. Чтобы она дергалась, да? Ляжку туда сложу. В одну ляжку засовываешь. И с другой ляжки вытаскиваешь. Ни хера, за жопу получается. Все, вот у нас лягушка. Готовая. Живая. Целая. Агрессивная. Готова саму вдушить сама руками. Ладно, не пусти. Держись, сказал тебе за камыш. Тут есть самый рай. Я уверен в этом. А мы куда будем? На середину ее закидывать? Да. Миш, покажи лягушку. Вот он. А ты не хочешь ее в руки взять? А зачем? Пиво махни. А так видно все. Гады, убили лягушку. Я уже комментарий читаем, да? Главное, чтобы у нее была хорошая задержка. Лягушки? Да. А то она помрет там снизу, да? Да. А мертвый он не будет есть? Нет, мертвый. Да самый же они подальше. Ну может и будет, но не так активно, как допустим живой. То есть лягушку перед погружением обучаем. Рассказываем технику безопасности. Как да. Вести себя с самой. По системе Молчанова, да? Нырять. Сам по системе фридайвинга там. Какую диафрагмы надо дышать, да? Статики, да. Статика, динамика. Ну есть статика в основном нужна, да? А когда сама будет лететь, то будет динамика. Там она уже будет мертвая. Не, мы потом покажем, если что, что мы и сама накормили, и сами наелись.
Она просилась на рыбалку. Да, она такая, говорит, парень, я хочу поехать. Сидел там на берегу, квакала, блядь. У меня самая ответственная роль, я стою, держу камыш. Ой, вернее, лодку за камыш. Держу камыш. Сань, давай мы тебе камыша нарвем. Не, ребята все что-то делают, а я держу камыш. Так что вы не думайте, что я ничего не делаю. Так, Сань, держи, да. Отпускай камыш. Что делаете-то, пацаны? Стой, стой на месте. Пацаны, вы куда? Стравливаю лес. Стравливаю. Это что значит стравливаю? Я чувствую, сейчас мы с Мишей купаться будем. Главное, чтобы не с камерой. Если что, я кидаю камеру в тебя, Рай. Снимаешь, что это делаешь? Вот так вот простовушка давай. Делается. Так, лягушка, давай, задержка. Давай. Воздух, воздух. Все, ушло. Смотри, смотри, за куст зацепилась, надо снять. Ничего страшного. Мне кажется, надо снять, Рай, смотри, он ну, так и останется. Тащи. Так, дальше пошли. А он тут рядом? Да. Ну, в смысле, рядом? Мне перелазить или здесь сидеть? Сиди. А пока рекламная пауза. Простовушка. Ищем дальше простовушки. Постовушки. Вот простовушка третья. Вот, третья. Где? Вот, вот, вот. А, видишь, да. Миша, камыш. Че камыш? Ну, команда камыш была дана. Значит, надо схватиться за камыш. Давай, Сань. Да, Раиль. Камыш! О! О! Блюкушку еще залезли. О! Выжить любой ценой в Астрахани. Заказ валил, но поймать сама, да. Не продырел, камышу. Давид леску, вон она леска, вставай. Миша, держи. Так. Которая с томом была. Здесь сом, да, сидит? Да, он ждет, выручит, ждет, ждет нас. Стол. Это ручной райлевский сом здесь. Плачет, правда. Да? Под берег какой-то. Там сом фэры можно запать. Не рви, не рви. Все. Простовушка. Бежал, Вася, да? Нету, да, сама? Нету. Обиделся на тебя, да? Обиделся, да, бросил меня. Такой вот сон. Крючок есть? Да. Развернулись таки. Это наши. А, это не развернулись? Держите, держите. Одна порванная, ну и мы порвали. Так целый. А сетры? Простовушки. На его название придумали. Езжай рак собирать. Вы знаете, что по правилам рыболов рак плавить руками нельзя. Руками? Да. А раколовками можно? Раколовками. Что там определенное количество раколов? Ну, по правилам, кстати, много чего нельзя. Поэтому мы... А почему мы все время не соблюдаем правила? Почему? Правильно. Да, да. Как правило. Ну, я распутаю. Я, правда, не умею распутывать. Не умеешь? Давай распутаем. Ты не рыбак, что ли? Ну, я рыбак, но не такой, чтобы распутывать. Не профессионал. Я вот тебе чуть-чуть крючок распутал. Сажай лягушку пока. Через заднюю лапу, да? В ляжку одну плюешь, другую ляжку так. Ну, я чувствую, сейчас что-то будет не то. Ну, кость не задень, я ей больно. Жирнее, бери лягушку. О, крутит. Знаешь? Стоять, блядище. Так, смотри, Раиль, вот так? Прямо вот в ляжку туда засовывай. Вот сюда? Не-не, ну да. Вот сюда? Да, в мягкое место. Под мышцу, между мышцой и костью, понял? Угу. Насквозь вот так вот, вот так вот. Вот так протыкаешь. И вот так вот в ляжку таскаешь. Не, не, смотри, это неправильно. Она мне поссала в рот, блядь. Фу, блядь. Ты сунул, не знаю,
Что это? Ты видел? Я это снял. Фу, блядь. Фу, блядь. Прям в рот. Все, братанки, во рту будут. Да на роже будут. И во рту тоже будут, братан. Это, конечно, жесть. Я первый фу, раз... фу, вонище, пипец. Вонище? Mm-hmm. Понюхай этот мят, лица пахнет. Да. Смотри, она попрыгала. Фу, блин. Раиль, такой, блин, подковый, я тебя никогда не ожидал. Ты куда и суешь такой крючок, елки-палки? Раиль, куда сказал, туда и сунул. Надо в ляжку было свать, ты суешь ее в жопу. Держи, видишь, он не бежал. Все, раскроил, видишь, у нее что теперь творится. Это сом приманит нормально. Умрет она быстро, умрет, понимаешь? Вообще отпусти ее, давай другую посадить, нормально. Не, реально? Ну она все, вон кранты, видишь? Да, она уже обиделась. Просто пустила подраться с вами. Не, прыгает, смотри, давай. Она просто перевернулась. Она все, судорога уже, все, припадки не вижу, нет. Где она? О, смотри, нормально плавает. Вот на этом, мне кажется, сам будет. Да, Сань? Угу. Моя, она за ветку держится. Где? Да, взяла? Нифига себе. Блин. Все нормально, я по-мастерски сделал. У меня даже лягушка будет не обосранная, нормально. Она уже посрала перед смертью. Такая вот она, рыбалка, жестокая. Стоять себе горит. Да. Бородавка на губе будет. Я тоже гревал был. Чтобы поймать сама, нужно поймать лягушку. Такая жизнь. Получить бородавку. Да. Таня, во всем есть свои производственные риски. В твоем случае это бородавка. Ты вот так и растёшь, да? Да, нормально. Сейчас он разбирается, там что-то. Пошли, погнали. Так, меня только не прицепите. Смотри, лягушку не спрыгнул. Держи лягушку, привет. Она держится, сука, за катер. Миш, держи. Держу. Да. Зачем? А чё? Я с этой стороны пробую. Да нормально, она ушла. Надо было туда, в ту сторону, чтобы она пока на дно ложится. Ну, мы можем перетащить, перевытащить. Всё уже просто. Просто натяг уже был сильный, Раид. Снимай сейчас в том. Да мы не стали его брать. А оставили его плавать, что ли? Ну, глаза добрые были, да. Но он же сдох. Нет, чё он сдох? Недавно что было. Ништяк, съездили, сразу рыба. Ну что там, сом сопротивляется, правильно? Тащил он куда? Еба. Да-да-да. А, вон крючок где. А сом где? Че, нету сома? Нету. Видишь, там да, зарядку мыши там намотал. И че, все? Мне кажется, у меня губа опухает. Ты когда только домой приедешь, жене не говоришь, что у тебя такое было. Yeah. Только не целую, там главное, жена тоже бородавка. Лет 5, наверное. Ты смеешься, кто у тебя вчера в бородавку самов ходит? Кто, самов? Ну, с бородавками от самов, у кого под глазом, у кого там на носу, у кого-то во рту. От самов? Ой, от лягушек. А, да. Ну, есть и от самов. Тоже лягушек. Ну, от самов тоже бывает. Самов ловили тоже, да? Брызнет, все шабашит. Насаживай, Миш, теперь ты. Я не буду ничего насаживать. Я уже понял, что это дело такое, не перспективное. Ну вы же ловите рыбу, елки палки. Миш, насади хоть одну лягушку. Я не хочу. Дричка колхозная.
Блин, я тоже не люблю их особо. Кто же их любит, Раиль? Мы их ловили. Ты ловил стопудово с перчаток? Нет, даже без перчаток. Гадость. Так, я тебя направил, ладно, сейчас в жопу. Давай. Уж если и будет, то на спине, хер с ним. Бля, Раиль, аккуратно только, я с камерой нахуй. Здесь не глубоко не пришел. Да, блядь, камеры пиздец, блядь. Мы же на ногу не замотал свет. А то остались ловить замок. Миш, что мы делаем? Запускаем лягушку. Я бросаю. Отпускай. Раиль, когда бросай? Нас спалили. Ты команду не дал. Она уже знающая задержала. Волдом. Задержка. Задержка. Чисто такой мутняк. Да. Рыбы мутят. Белуга. Не, реально вода просто грязнющая. А вон лес, смотри, лес идет. Камыша, кстати, отцепи ее от камыша. Ну, я берил. Я тебе говорил, отцепи, ты. Нет, я спрашиваю. Отцепи, сейчас назад немножко отъедем. Все, бросай. Вот здесь туда сейчас пенечку не считаем. Глаза глядит. Или просто поставь. Не-не-не, мы молодой. Мы знали, тут пенечки они были. Да хотя вот так. Да вот так поставь, так туда сейчас. Второй день. Фу, мы едем за раками. Сейчас поставили постовушки на самов. И едем за раками. Сейчас половим раков, потом едем за сазанами. Короче, весь день, да, плотно. Какие раки? Плотно расписаны. Сейчас будем снимать именно подводные видео. Стрелять рыбу уже, ну, уже не будем, наверное, стрелять рыбу. Уже вчера перевыполнили норму. Вот. И сегодня постараемся снять красивые кадры. Ну, сегодня будем заниматься чисто съемкой, попробуем запустить коптер, но не думаю. Скорее всего, не получится, потому что сильный ветер. Короче, сегодня у нас день отдыха. Не хотим чистить рыбу. Да, рыбалка. Сегодня у нас рыбалка, ловим самов. Вот таких, наверное, будем ловить, да? Мы переквалифицировались в рыбаков. А завтра мы, если сегодня опять много наловим, завтра переквалифицируемся в кого? Натуралистов, блин. Будем снимать National Geographic. Да, да. А почему бы и нет? Не, безумно красивая природа, то есть мы вот первый раз летом. А вот покажи лотосы. Очень круто, вот такие поля лотосов. Безумно красиво, едешь и просто душа отдыхает. Раиль тут дрейфует. Дрифтит, дрифтит. Смотри, смотри, дрифтит.
Наши, нет? Нет. Чё здесь стоит? Прозрак есть? Есть, но нет лёжки, прозрак. Вторая бросовка. Раиль, а ты видел там проход какой-то по земле? Давай там тормознём. Листом. Чё это за проход? Значит, да. Вот слева мы ехали, там какой-то такой по камышам протоптанная тропа. Это что такое? Что? А? Что там вообще? Смотри, что такое. А что это значит вообще? Там строят люди.